Зацеплюсь за мигрень, я сам страдаю мигренями. Это такая, в общем-то, редкая. Но это аристократические вещи. Да? У меня разве? Это случается там раз в 25 лет. О-о-о, вам везет. Мне гораздо чаще. А когда случается, вы как боретесь? Да никак. Никак не боретесь, да? То есть ни кофе там не помогает, ни коньяк не помогает. Вы не пьете, да? Нет. Зато курите. Ну, у меня должен быть хотя бы один недостаток. Ну да, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.